смотрите на нашем киноканале. Чего ждать от Silent Hills, если за атмосферу и сюжет игры взялся Гильермо дель Торо? Что принесет в игровую индустрию знаменитый голливудский режиссер? Как вообще ему работается в жанре ужасов? Мы вспоминаем старые фильмы режиссера, по духу наиболее близкие к Silent Hill'у. И попробуем представить, чем станет игра, над которой сообща работают Дель Торо и Хидео Кодзима. Не пропустите. Только на канале «Игромания кино».